Привет, с вами я, Катюшка, и сегодня мы делаем замороженный лед. С желейками! Ну ничего себе! Ну желейки, я смотрю, у тебя тут не простые, а мишки. Хочется попробовать. Хочется прям сразу попробовать, ну да, они издают удивительный запах. Ну как? Они вот так склеились вместе. Двойная получилась желейка, да? Я красная. Да? Ну и давай начнем. Что нам понадобится для этого? Спрайт. Сок. Формочки и желейки. И желейки. Ну давай начинать. Берем наши формочки, снимаем палочки, да? Я смотрю, у тебя такие прям гламурные формочки для мороженого. Просто супер. И накладываем, начинаем с нильших. Запоминаем. Ты все хочешь в одну формочку положить, что ли? Нет. А, ты выбираешь цвета или что ты делаешь? Ты нам расскажи, нам же интересен рецепт. Цвета. Может быть, сначала везде наложим, а потом уже будем наливать. Давай? Давай. В эту формочку ты хочешь положить красных. Делаем праздники и в одну формочку наложим разноцветных. Посмотрим, что получится. Были прозрачные, были красные, теперь оранжевые. Та-дам! Землетрясение. А тут газик. Зашипело. Да, спрайт зашипел. Теперь какие? Теперь будешь делать разноцветные, да? Ты нам рассказывай, что ты делаешь, Катюшка. Для мамы и для папы разноцветные хочу. Для мамы и для папы разноцветные, да? А себе какой ты хочешь сделать? Себе не разноцветный. А какой цвет? Глаз. Ну, я думаю, что немножко вот это не получится, Катюшка. Надо вот эти сверху поубирать, потому что, посмотри, у нас палочка не залезет. Видишь? И не получится мороженое, поэтому надо чуть-чуть поубирать. Сейчас не спеши. Сейчас поправим твою работу. А когда соком заливать? А мы сейчас спрайтом зальем, а потом соком. Давай мы три штучки. Ой, а сюда мало получилось. Видишь, что их так кидала? Да, как зашипели наши мишки. Еще чуть-чуть. Куда? Еще сюда, да? Еще вот сюда. Подожди, у нас же есть еще сок. Давай теперь сверху закроем. Ставим наши палочки. Комочки, да, там же мишка. Так, здорово. Теперь мы возьмем сок. Сейчас я помогу открыть его, чтобы было удобно наливать. Отрезали кончик. И теперь давай развернем форму, чтобы нам было удобно. Thank you.
из нас, наверное, с поэтом залита, да? Да. Палочка не той стороной, да? И последний. Поставим холодильник и немножко подождем. Ребята, наше уже моложе застыло. И сейчас мы будем пробовать, что получилось. Для того, чтобы наше мороженое хорошо открылось, мы его подержали над горячей водой. И теперь можем смотреть, что же у нас получилось. Ух ты! Важно тарелочку. Ух ты, какого у нас света! Да, а мы пробуем сама. Давай, я тебе помогу. Интересно. Видишь, оно отличается. Это более прозрачное, такое как белое. Спрятаны нишки. А это более такой желтенькое. Это яблочное. Это спрайт, а это яблочный сок. Даже Катюшка. Яблочный сок попался. А еще что тебе попадется? Вообще заменился. Холодное, да? Это фруктовый сок. Это спрайт, его не видно, он немножко такой, как узор, когда рисуют мороз зимой. Угу. Такой интересный. Так, мы достали все мороженое. Хочу пробовать. Ну, давай пробовать. Хочу со спрайтом. А ну, расскажи нам. Какая вкуснятина. Попробуй нам. Давай. Такой необычный вкус, очень вкусный. И мишки, наверное, будут, ну, очень вкусные. Я еще вот это не пробовала. Да, надо еще попробовать яблочное. Попробуй. Давай. Я уже вижу палочку. Ну, мне, кстати, со спрайтом нравится больше. А тебе какое? Спрайт. Спрайт, да? Как-то он больше, вкус более яркий. Яблочного сока он не такой какой-то интересный, а спрайт именно классно. Ну ты посмотри, как интересно видно всех наших медвежуек. Получилось так, что они просвечиваются и очень интересно смотрятся, да? Глянь, и зеленые видно, и желтых. Только, ребятки, мороженое нужно кушать осторожно, по чуть-чуть. Чтобы не заболело горлышко. Это вот это, которое я прозрачный ложила. Да. Они, глянь, там один прозрачный, один вот я вижу чисто красные медвежонки, одни вон чисто оранжевые, а все остальные смешанные получились, да? Здорово. Это смешанные. Да. Дошла до медвежонки? Ну и как? Замороженные медвежуйки. Нравится? Нравится то, что у нас получилось? Ставь лайк, подписывайтесь на канал и палец вверх!